Добрый день! От лица компании Muzinidis Travel мы рады приветствовать вас на земле солнечной Греции. Наш автобус отправляется из аэропорта Македония, где и совершил посадку ваш... Так, я снимаю наш номер для Ютуба. Вот здесь было приветственное вино, и мы попросили его унести и принести сок, потому что мы не пьем. О, здесь, да, правда, есть странные картины, мазня. Но самое главное, о, это, короче, вот я еще не была здесь, я не знаю, что это такое. О, Соня, ванна с окном. Соня, ванна с окном. Тебе больше ничего не надо знать. О, Соня, ты же хотела, чтобы был и душ, и ванна. И здесь есть и душ, и ванна. Здесь есть и душ, и ванна. Так, ребятки, я пошла посмотреть, что же... Ну-ка, что же там у нас? Так, я не могу это открыть, Сонь. А, открыла. Весы — это ужасно. Фух, ребят, честно говоря, здесь такая роскошь, что к этому надо привыкнуть. К этому просто надо привыкнуть. Вот здесь такие лежаки, а здесь такие сидушки. И это все наш балкон. Это наш балкон с видом на бассейн. А там дальше море. Мы туда еще не ходили. Фух. Сонечка, смотри, у нас цветочки есть. О, Боже. Ну что, Соня, вроде ничего так, да? К этому надо привыкнуть. А ты говорила, детей нет, здесь полно детей. Ты знаешь, это какие-то посещения, они здесь не живут. Ты уверен? Да. Ну все, я, наверное, выключаю трансляцию. Подожди, ага, Сонь, помаши ручкой. Пока-пока. А какая мне нравится? Угадай. О, это мы с Соней, короче, достали... Случайно ящик секретный. Это, конечно, не входит в стоимость отеля. А могли бы. Ну, мы как бы и не пьем. За те деньги, которые... Понимаете, мы не пьем, но из-за того, что они такие маленькие, хорошенькие, это просто хорошенькие. Вот, а так есть здесь еще... Ну, вы поняли. Может, тут еще что-то есть? Здесь у нас, как это открывается? Это капсулы для... кофе, это чай. Слушай, я хочу дома такой шкаф. И это еще снеки. А там что-нибудь есть? Да, стопудов. Нам чайник. Чайник. Ой, электрочайник. А над этим? Бокалы. Бокалы чистые. А здесь? Здесь тоже бокалы. Они думают, наверное, что люди здесь только и делают, что... Нет, пьют, пьют, пьют. О, а это какие красивые чашечки. Нет, для чайков. Показываю. Да, так, так, здесь немножечко бардак, но картину я вам покажу. Умеете так рисовать? Нет. А в Греции вот умеют.